Дорогие мои подписчики, я на отдыхе читаю себя, все ваши письма по возможности. И вот пришло письмо с предложением о помощи мне. Уважаемая Лолита, здравствуйте. Меня зовут Александр, я представитель клиники ментального здоровья, специализирующийся на программах реабилитации пациентов с проблемами психического здоровья. Находимся в Европе. Хотел бы предложить вам приватную, индивидуальную, адаптированную программу реабилитации с эксклюзивным подходом, который подходит в режиме онлайн. У нас большой опыт в терапии сложных случаев, связанных с алкогольной, никотиновой зависимостью, наркоманией, сексуальной зависимостью, патологическими азартными играми, зависимостью от опасности, депрессии, тревожными расстройствами, травмой, выгоранием, хронической болью, нарушением пищевого поведения, проблемами во взаимоотношениях, семейным конфликтом, разводом, бесплодием, воспитанием детей, женскими проблемами. Хочу сказать, дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе и сексуальную зависимость тоже. А вообще, хочется сказать, Александр, шли бы вы предложениями из Европы онлайн?